Министр иностранных дел Германии прибыла в Киев с неожиданным визитом. Седьмым с начала полномасштабного вторжения РФ, подчеркнул позже президент Владимир Зеленский. О ее прибытии заранее не сообщалось по соображениям безопасности. Анна-Лена Бербок планировала посетить Харьков, но поездку пришлось отменить. В Киеве она посетила электростанцию, разрушенную в ходе российского ракетного обстрела 11 апреля. В поездке ее сопровождал министр энергетики Украины. Глава немецкого МИДа стала свидетелем того, как работники госкомпании «Центренерго» разгребали завалы. And this is why I'm calling worldwide to increase the air defense support, but also to increase all the support for reconstruction. Германия планирует увеличить военную помощь Украине в этом году еще на 3,8 миллиарда евро, сообщили немецкие СМИ. Между тем, российские войска продолжают наступать на большинстве направлений. За сутки, по данным ВСУ, произошло 55 боестолкновений, больше всего в Донецкой области. В Харькове по меньшей мере 7 человек получили ранения в результате очередного российского удара. По данным губернатора, повреждена транспортная инфраструктура города.